мы в доме, сидим в головных уборах. Я сижу в доме. Всем привет, у нас сегодня в гостях Рамон. Все вы знаете наверняка Рамона. Ром, мы тебя очень рады видеть в Воронеже. Сегодня у нас мастер-классы, фест, так что если... А, ну вы уже не увидите, вы увидите на интервью потом. Итак, собственно, интервью. Рамон, у меня к тебе первый вопрос. Скажи, пожалуйста, как ты вообще пришел к танцам? Каков был твой путь? Почему именно папинг? То есть, как сформировался вот именно твой стиль? Ой, это длинная на самом деле история. Вкратце расскажу. Я помог ребятам, которые занимались тогда стрит-перформами, уличными танцами, именно уличными представлениями. Это была команда Funny Worms, это Рома Червяк, Дима Червяк, Евгений Барышев там был тоже, и Борис Бритва. Вот. Я им там помог с одним минусом для шоу. Они меня просто пригласили, говорят, приходи посмотреть. Я пришел посмотреть, увидел ребят, я тогда еще увидел Лешу Фиксатора, Клеща, и я офигел, просто офигел от того, что люди делают. Я к тому моменту просто ходил в клубы и просто танцевал. Мне нравилось танцевать, просто танцевать. Я не знал, что я танцую, но мне не нравились сразу там гоу-гоу танцоры, там все остальное. Я как-то, я человек кавказской национальности, и типа для меня это было как-то странно в топике, парень танцует для девочек, не знаю. Вот, я когда увидел, я понял, что мне это дико нравится, но целый год я просто с ними потом начал тусить, ездить с ними, то есть такой сопровождающий. Но я очень боялся танцевать, вот. Мне там было уже 19 лет, то есть меняем возраст, но мне очень хотелось танцевать. Я тогда работал уже. Вот. И начал так пританцовывать потихоньку, по чуть-чуть. И потом начал втягиваться, очень сильно прям втягиваться. Были даже такие знаки у меня. Один вот из больших знаков, это когда был сплэш, это боти. Точнее, на боти это был 2003, по-моему, год. 2003-2004 год. В общем, и там такая была ситуация, я стоял в углу, огромная сцена, огромное помещение, это ролл-холл бывший был, и МС выкидывали футболки, и там был экран, и МС выкидывает футболку, и я вижу на экране, все тянут руки, и я вижу на экране, что она летит ко мне, я просто выдвигаю так руку, и футболка прилетает ко мне в руку. И то есть я такой беру, все такие меня смотрят, кто-то даже ко мне подбежал, говорит, чувак, а дай футболку. Я говорю, ты что, упал, говорю, это моя футболка. Ну то есть и тогда я понял, что надо двигаться дальше, да. И начал танцевать, начал углубляться. Когда я начинал, был Electric Boogie, был робот, была советская школа, она хорошая. Я оттуда на самом деле многое что черпал для себя. Вот, но все равно хотелось что-то еще. То есть я чувствовал, что я не до конца я делаю. То есть именно и дома как-то раз танцую робота, а мне дали диск с фанком. Антон Климов, кстати, дал мне диск с фанком, да. И Антон Климов это очень, ребята, я не побоюсь этого слова, это очень значимый человек для истории, великий даже для меня. Этот человек. В свое время, когда был сильнейший упадок, он собирал, делал джемы, делал мероприятия. Он очень много сделал для танца своего времени. То есть, и этого человека вы должны просто помнить, что у нас есть свои герои, не только Electric Boogie, или Funny Bones Crew, там, не знаю, были Stratters и все остальное, а есть свои национальные герои. Вот, и он дал мне диск сначала с видео, там были паперы, там был Сала, это были вырезки со сайта Style to Off, тогда не было Ютуба, тогда не было интернета, все передавалось по дискам, по Blu-ray. Вот, до меня еще было, конечно, были VHS-кассеты. Вот, и как-то я смотрел, я ходил в компьютерный клуб и загружал там эти диски, то есть, потому что у меня не было дома компьютера. И смотрел в компьютерном клубе, и там был такой танцор, как Стига Пап, это француз, и он просто огромный баскетбольный зал, и он с ним типа туториал, он делал фресно. Пэм-пэм-пэм-пэм. Многие сейчас скажут, это не фресно, это слот, бла-бла-бла. Опустим. Неважно, как называется, главное, это круто. Вот. В общем, я такой посмотрел, что за фигня, я переключил.
Ну, я смотрел «Салу», конечно, потому что «Сала» — это более эффектно для молодого, непонимающего мозга. Это иллюзия, фишки, музыкальность. Но у «Сала» меня, то есть, не зная того, «Сала» меня научил музыкальности. То есть, я это проверял на бибойских тренировках. В конце тренинга я стеснялся. Я тренил с бибоями всегда. Поэтому у меня есть такие бибойские загоны и закалки. Вот, там, если ты бьешься с девочкой, выходи первым всегда, потому что это девочка. Ну и всякое такое, в общем, свой кодекс. И Сала вот это показал мне эту музыкальность, я приходил в зал, и после тренировки, ну, чуваки, можно поставить свое музло, ставил свое музло, и типа пока он такие, у-у-у, кричали, я такой, значит, это работает, все, значит, все нормально. Вот. И потом как-то дома, тренируя робота, но уже под фанк, не под электромузыку, а под фанк. Я тренил роботаса, и первый раз я начал грувить. То есть я не сконтролировал движения, я начал их чувствовать. То есть грув – это об ощущениях. Вот. И у меня мурашки по коже пошли. Я такой, что возьми, что это фигня? Так, все, стоп, контроль, робот, 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 контроль. И потом опять, вау, вау. И я понимаю, то есть я вспоминаю вот этот маленький отрезок от Стиви Пап, что он типа делает это же ощущение, это было 3 ночи, я бегу в клуб, ночью, зимой, в январе, Коле кричу, это админ, загружай мне тот-то, тот-то видос, и я с ним до 7 утра просто стоял, тренировал Фресна, причем наушники были короткие, и я стоял в полусонном виде. Вот так началось мое знакомство с паппингом. Потом я начал слушать, углубляться, начал слушать G-Funk. Там просто, то есть, меня начало очень сильно качать. То есть, опять же, музыка определилась. Мне нравится электро, но, то есть, под настроение электро — это железяка, это космос и все остальное. G-Funk — это баунс, это прям, это сила, мощь, ощущение свободы. Здорово. Слушай, а тогда такой вопрос. Тогда же Ютуба, как ты сказал, не было. Передавал все по дискам, изучали. А коннект уже был какой-то? То есть, получилось, собралась какая-то группировка вас, танцоров? Я скажу, что раньше коннект был намного лучше, чем сейчас. Да? Да. Типа, сейчас есть такие, как сказать, сейчас стало всего больше, сейчас вообще золотое время для танцоров. Но сейчас все делится на маленькие худы, такие, как сказать, кухонные джемы, типа коалиция кухонного джема. Это прикольно, но типа между собой тусовки не контачат. Ну и хотя сейчас это уже не надо. Раньше это было спровоцировано тем, что нас и так было мало. То есть мы должны были держаться вместе. Причем мы тренировались и с бибоями, и с локерами, и с паперами. То есть мы вместе были всегда. Потом, конечно, когда каждое субнаправление начало развиваться, ну, естественно, уже не... Начали делиться. Уже нет, да и нету времени. Типа, я обожаю локинг, я обожаю топ-рок, я обожаю хип-хоп. Я очень люблю крамп, да, то есть... Но у меня нет времени этим заниматься. Ну, просто потому что я избрал свой, как бы, свой путь, свою профессию. Я, в общем, на своем месте. Понятно. Слушай, ну, скажи, пожалуйста, вот такой сразу вопрос. Я думаю, очень многим будет интересно. Все люди, все танцоры, которые развиваются, встречают какие-то трудности в своем развитии. У тебя были какие-то трудности? Как ты с ними преодолевал, если они были? Трудности бывают всегда, они бывают разные. Они начинаются все от вашего творческих, от ваших творческих трудностей до финансовых трудностей. Mm-hmm. То есть по-разному. То есть нужно не забывать, зачем ты это делаешь, во-первых, потому что тебе это нравится. Это твоя, можно так сказать, сейчас... Сначала скажу, это любовь в прямом проявлении, да, то есть, когда ты танцуешь, ты вырабатываешь положительную энергию. Конечно, переть вас всегда не будет, это нормально, это нормальная ситуация в жизни, вот. Работайте над собой, главное, что вы хотите, то есть, все зависит от целей, а от, как говорится, от масштабности целей будут и масштабные проблемы. Mm-hmm. То есть, если у тебя нету именно амбиции выиграть мировой батл, танцуй, не палься, что тебе надо, что ты хочешь. Но если ты хочешь выигрывать батл, типа серьезный, то, соответственно, будь готов это к жестким тренировкам, к депрессникам, потому что ты постоянно в зале, типа, любое дело, даже любимое, оно начинает замыливаться. Тут проще, просто нужно иметь какое-то еще хобби. Я люблю дома клеить всякие фигурки, там, собирать всякие, да, лего, все, да, такое, то есть я люблю поиграть
Ну, естественно, сейчас у меня самое крутое, это моя семья, типа, я думаю, бальзам. Вот, а так, иногда нужно отвлечься. Можно сходить на другой стиль, немножко подрасшататься, соскучиться по своему стилю. Это как вот у меня сейчас было, то есть у меня был кризис, бугалу кризис, я это называю. А я тоже начал такое некое скитание по разным направлениям. Ну, анимация это всегда у меня было. То есть у меня два основных направления, это анимейшн и бугалу. Ну, то есть и когда-то в каким-то сезоне у меня больше это. То есть и ты, вы должны чувствовать, что у вас идет. То есть насиловать себя тоже не надо. Ну, как бы. Но тренироваться нужно. Все равно тренировка это показать то, что ты можешь сесть на диване, расслабиться и все. Вот, кстати, от этого начинаются самые крутые депрессники, когда ты начинаешь себя очень сильно жалеть. Ну и перегибать палку не нужно, нужно балансировать. Вот, я вот, у меня было скитание, я тоже там тренил и таттинги, и какие-то концепты, там, что-то новое, вуаля. И сейчас я обратно вернулся, понял, что типа бугалу, я прям вот после саммера я прям опять почувствовал второе дыхание. Сейчас я вдохновился, и я кручу роллы, делаю черный стиль. Ну, в общем, таком. И не парюсь. Вот, и прям это очень приятно. А это сезон, ребята. Не бывает, что ты будешь постоянно, стабильно прям кайфовать от того, что ты делаешь. А вот по поводу вдохновения, где ты его черпаешь? Ну, в самый Dance Forever вдохновение. Есть же еще какие-то моменты, где вы получаешь? На самом деле самые крутые вдохновения это поездки, ребят. Как бы вы типа не обманывали себя, типа можете сидеть, смотреть, YouTube вас не вдохновит, YouTube даст вам движение. YouTube вам даст просто туториал, я так скажу. Посмотрел Battlehorn, сделал новую фишку, ты ее сделал, типа, или не сделал. Но ты в любом случае сделаешь ее хуже, чем он, потому что оригинал есть оригинал. На Мона Лизу глупо расстраиваются люди, потому что он оригинал посмотрел. Они не в интернете. Типа не в интернете, ты же не понимаешь, когда можно заставку себе на телефон поставить. В общем, поездки. Неважно, кстати, куда. Я не говорю, что типа вот вы сейчас скажете, ну конечно, ты живешь в Москве, ла-ла-ла, ты едешь в Америку, та-та-та. Нет, ребята, я вот после, когда гонял в Челябу, я там проиграл Фаре в первом кругу. Ну я вдохновился от его батла, я вдохновился вообще от Челябинска. И не как там судья, а как типа участник. Мне было прикольно потусить с чуваками, новые лица. То есть выехать в Белгород — это уже прокач. Выехать в Москву — это уже инспирейшн. А что вам тут ехать? Он, наверное, ехал до вас. И вы до нас доедете. Мы и доезжаем. Ну, тем более. Кому? Надо, чтобы больше доезжал. Мы работаем над этим. Работайте. А развитие танцора батла, мы будем все-таки считать, что в Папенко-то фристайловый стиль. Развитие происходит больше на фестах, на выездах, на мастер-классах. То есть я к тому, что закрыться в зале и сидеть — это совсем не вариант. А ты в любом случае, извиняюсь за выражение, выйдешь и обкакаешься. Я могу вам сказать на своем примере. 2 года назад на Саммернессе, даже у вас отбор не прошел, я готовился три месяца туда. У меня форма была просто лютейшая. Я контролировал все свое тело. Я вышел и ничего не смог показать. Это опыт. Типа, закрыться в зале — это одно. Типа, ты нарабатываешь технику, но ты теряешь связь с миром, с людьми. Ты выходишь, ты, типа, тебе... Это называется боязнь сцены. А она преодолевается только опытом. А опыт — это поездки и участие. Джемы. Ну, джемы тоже. Джемы — это, ребята, это не батл. Это разные энергии. Есть такие танцоры, которые джемят как боги просто, я могу на них смотреть, когда на батл выходит, и типа все, его клинит, он не может танцевать. А у меня наоборот, я джемит так, ну типа, для меня джем — это вообще интимная такая тема, как я в туалет сходить, знаете, ну, очень прям интимно, и если хоть кто-то есть там в кругу людей, которые мне, ну типа, у меня есть недопонимание, я не буду танцевать, потому что я буду себя некомфортно, потому что джем — это креатив, это создание в данную минуту твоего творчества, то есть ты создаешь, ты как бы как фотон, ты горишь, ты открыт, и очень, ну как бы, а то получается, если человек, который стоит в круг, который тебе, ну то есть там хейтит тебя, и ты об этом знаешь, это уже не джем. Ты уже конкретно, у тебя даже фокус есть на него, ты танцуешь и думаешь, а нет, ты батлишь, ты не джемишь. Это две разные энергии. А для батлов, ну блин, там все просто, надо ездить. Вы смотрите на Хуана и Антипапа, вы все офигеваете, а французы, да, там круто валят.
А вы заметили, вы обратили внимание, где они участвуют? Огромные сцены, огромные, огромные сцены с огромным количеством людей. Представьте, какой у них опыт. Мы тусуемся, у нас эти локальные маленькие тусочки. Типа, конечно, мы там все цари и боги, а как только мы выходим на большую сцену, это дело концентрации энергии, это опыт, да, то есть фокусировать энергию так, чтобы она, то есть ты был всей сценой, не точкой на сцене, чтобы ты был всей сценой, чтобы человек смотрел на тебя и видел только тебя, заполнять пространство собой, это называется. Понятно. Учтем. Спасибо тебе большое. У меня еще вот такой вопрос. Сейчас сформулирую его точно. Вопрос вот к чему. Ты как пришел к преподаванию? Тебя попросили? Или ты понял, что вот хочу там... Во-первых, меня попросили, раз. Во-вторых, у нас была команда у United Moscow Puppets. Это первая вообще паперская команда вообще в России. Да, наверное, и в СНГ. Вот. Мы все круто там, типа, круто проводили время, мы тренили, Пинчер преподавал, он был главный, все было хорошо. А потом как-то, ну, в течение обстоятельств интересы изменились, все начали расходиться. И я в какой-то момент понял, что я один остался. То есть там, Серега, он работал на работе, то есть он танцевал, он тренил, он до сих пор танцует и тренит, так что не ослабляйся. Серж, который Серж, да, был у нас. Да, это, кстати, очень крутой танцор. Это один из немногих танцоров в России, который меня вдохновляет до сих пор. И это очень для меня важно. Его стиль, мягкость, подача, красота. Он красивый танцор, просто красивый. Серега, это немного. В общем, я забыл вопрос. Преподавание. Вот. Просто мужик в поезде храпел нереально, кайфово. Короче, преподавание. Я понял, что нужно что-то делать. Надо преподавать, потому что я один. Ну, типа, один, и я понимаю, что это такой крутой стиль, а о нем никто не знает. И я начал танцевать, я участвовал везде, тренировался очень сильно. Ну, и начали прилипать Ковуны, Твист, Ковун, Квитковский, Ким, Дима, все ребята, то есть Лера, Кан. Вот, они как раз-раз-раз начали собираться, я смотрел, у нас уже комьюнити. Потом я понял, что для этих ребят мало просто тренироваться. Я начал делать мероприятия. Начал делать мероприятия, потом я понял, что моих знаний уже не хватает, типа, нужно кого-то привозить. Начал привозить. И сам обогащался, и они обогащались. То есть первые привозы были вообще, это был шума пап, это ад, но мы с этим справились. Это часть нашей истории. Он повлиял на нее, хоть он и как бы такой довольно-таки негативный персонаж, но он на нее повлиял и где-то вот даже в положительную сторону. А что, еще что хотел? А вот сразу следует вопрос. А что ты советуешь ученикам, танцорам, которые вот только-только стали, только-только начали заниматься? Что ты можешь им посоветовать в развитии? Понимание. Ну, во-первых, понимание. Первое, вот сейчас уже с точки зрения, да, большого опыта преподавания, для меня очень важно, чтобы человек понимал, что он хочет. Понимал. Не просто повторял за мной, прикольно проводил время, я устал от этого за 15 лет преподавания. Типа, я хочу, как бы, чтобы они паперами становились, а не просто, хрен пойми, просто пришел чувак, досуг провел. Типа, мне это не интересно. Развлекал. Типа, я лучше пойду в Uber работать, мне же не морой. Вот. Яндекс такси. В общем, база, грув. То есть сначала человек должен учиться качать. Неважно, по-страйтерски, по-аниматорски или по-бугалистически. Везде есть свои грувы, везде есть потоки. То есть сначала он должен прочувствовать. Чувствуется все на груве. На баунсе. Есть базовые грувы, это грубо звучит, вообще это неправильный термин, нигде его не используют. Базовый грув, это же вообще, типа, американец не услышал, он мне коленку простреет. Ну, нормально. Типа, именно фундаментальное ощущение именно у каждого направления. Ну, вы знаете, да, что и паппинг, типа, чтобы научиться, вы начинаете коленки разгибать. Из этого у вас проходит все тело. И ты должен это не делать, и ты должен это прочувствовать. И должен до такой степени это наработать, не затренировать, это нарабатывается. Короче, там тренировать, коленки разгибать. Здесь нужно чувствовать, накладывать это все на музыку.
и потом на музыку, и потом становиться внутри музыки этими движениями. И тогда у тебя происходит ощущение. Ощущение ты никогда не забудешь. Движение ты можешь забыть, ощущение ты не забудешь никогда. Даже в старости ты можешь, типа, такой, а вот оно, о, потоковое ощущение вейнга. Вспомнил, все сделал. Типа, а что там было? Нет, ощущения, они всегда будут с вами. Это как велосипед, сначала знание, потом ощущение. Мы же чувствуем, просто сели, типа, о, педаль крутится, и все. То же самое. Ты же не сможешь на педали, как они крутятся. Да. Понятно. И последний вопрос, так как интервью у нас не очень долго. А что ты посоветуешь всем танцорам, неважно, профики, которые давно занимаются или только начинают, что нужно держаться, за что, куда смотреть? Не предавайте танец. Любите его, будьте ему преданы, потому что танец, он вам всегда предан, он всегда будет с вами. Только вы можете уйти от танца, а танец от вас никуда не уйдет, он никуда от тебя не уйдет, он тебе верит. Если ты его, в него поверил, то он в тебя поверил. Поверьте мне, я поверил в танцы, и вон где я оказывался. Америка, Канада, Корея, Китай, Европа, это вообще, ну, если бы я не танцевал, я бы этого ничего не видел. Я поверил, я полюбил танец, и танец мне отплатил, возместил мне мои вложения, так сказать. Да просто фигачьте, будьте открытыми, будьте именно открытыми к миру, к танцу. И не бойтесь выражать свои эмоции, и не бойтесь поддерживать других танцоров. Это очень важно, особенно в нашей стране. У нас проблемы с этим. Типа, у нас поддерживают либо суперкрутых чуваков с именем, либо своих кентов, своих друзей. Да? А типа людей, которых ты не знаешь, что он круто танцует, он тоже достоин поддержки. И поддержки, то есть даже в джеме там выйдет Паша, а после него выйдет там ученик, который занимается 3 месяца, его тоже нужно поддержать. Он танцует, поддержите его по мере его сил, возможностей. Вот и все. Поддержка, она бывает разных уровней. Это не только поддерживать, но и какой-то high level, кричать и все остальное. Как больше вы эмоций отдадите, больше вы получите. Ты покричал, потом будешь, станцуешь, и тебе также покричать. Все взаимосвязано. То есть баланс есть во всем. И если ты жмешь, то и тебе никто ничего типа, делать не будет. Тебя никто не будет поддерживать. Я за поддержку между собой. Просто, наверное, многие думают, что, рубля, ты когда пришел в танцы, сразу фигачил. Никто же не знает, что... Ну, наверное, все должны понимать, что начинали с нового. В общем, короче, есть движение Шемра. Все вы его знаете, да? Я тренировал его 2 месяца. У меня не получалось это грёбаное движение. То есть я не мог следить. Я тренировал его каждый день. Я сейчас как путь прям сказал. Каждый день я тренировал это движение, и оно мне было только через 2 месяца. Представляете, что было, когда оно у меня пошло, когда я его прочувствовал и сделал поворот под G-Funk в клэп. Пум! Ка! Пум! Господи, да я был сам счастливый человек в планете. Поэтому, ребят, не расстраивайтесь, занимайтесь, все будет у вас хорошо. И не нойте. Да. Чуть-чуть. Ну, самый вас. У нас в гостях был Рамон. Спасибо тебе большое, Рома, за интервью. У нас у Паши был. Спасибо. Ставьте лайк или пост и подписывайтесь на наш инстаграм. Рамон Пук. Палец вверх. Все, всем всего доброго. Спасибо. Пока.